Для больших семей и людей, которые любят закупать продукты впрок, нужен холодильник соответствующего размера. И если на кухне есть достаточно места, то, пожалуй, лучшим вариантом будут модели типа Side by Side, которые кроме своей вместительности отличаются и удобством использования. Об одном из таких вариантов сегодня и пойдет речь. Это двухдверный Side by Side холодильник от LG GC-M247. Первое, на что обращаешь внимание, глядя на этого красавца, его размеры и современный внешний вид. Устройство получило стандартные для этой компоновки габариты. Футуристичности дизайну придают окрашенные в платиново-серебристый цвет дверцы. Для легкого открытия они оборудованы скрытой ручкой-карманом. К необычным особенностям холодильника я бы отнесла систему Door-in-Door, которая представляет собой дополнительную дверцу, встроенную в основную дверь холодильника. За ней скрывается довольно вместительная отсек с тремя полками и навесными корзинами для быстрого доступа к часто используемым продуктам. Это не только удобно, но и почти в половину сокращает потери холодного воздуха, так как холодильником можно пользоваться, не открывая дверь основного отдела. А еще этот отсек можно использовать как мини-бар. Как и все холодильники Side by Side, LG GC-M247 отличается своей вместительностью. Объем одной только холодильной камеры составляет 399 литров. Места в ней хватит, чтобы разместить запасы для очень большой семьи. Большие кастрюли, банки и габаритные продукты с легкостью поместятся на четырех полках из закаленного стекла. Вино и напитки в бутылках можно хранить на специальной винной полке. Для закусок, колбасы и сыра предназначено специальное отделение Utility Box. А чтобы овощи и фрукты оставались свежими и сохранили свой первозданный вид, для их хранения имеются два больших контейнера Fresh Balancer. Установить оптимальный уровень влажности для каждого типа продукта можно вот этим регулятором. Внутренняя часть крышки этих контейнеров имеет структуру ячеек, в которых конденсируется излишняя влага, а затем равномерно распределяется по продуктам. Это позволяет дольше сохранить их внешний вид, пищевые и вкусовые качества. Чистоту воздуха внутри холодильника поддерживает система HyGN Fresh Plus. Она состоит из специального вентилятора и четырех фильтров с ультрафиолетовой лампой, которые на 99,9% устраняют пыль, бактерии, грибки и посторонние запахи. Теперь перейдем к морозильной камере. Ее размеры и объем в 219 литров тоже впечатляют. Основную массу продуктов и заготовок на зиму можно разместить в двух выдвижных ящиках и на полках, а более мелкие во вместительных корзинах на дверце. Причем расстояние между полками позволяет хранить даже очень крупные продукты. В обеих камерах реализована технология Total No Frost, которая полностью исключает образование инея на стенках холодильника и продуктах, к тому же не требует разморозки. А система Multi Air Flow обеспечивает равномерное распределение холода между полок по всему объему холодильника. Выставить нужную температуру и активировать дополнительные режимы можно непосредственно с панели управления или удаленно со смартфона по Wi-Fi. Через приложение LG Smart SyncQ можно менять температурные режимы работы камер, включить быструю заморозку и фильтр HyGN Fresh. При возникновении неисправностей достаточно позвонить на горячую линию и воспользоваться функцией Smart Diagnosis. По звуковому сигналу специалист сможет устранить поломку самостоятельно или направить для ее устранения мастера. Класс энергоэффективности устройства A+, способствует этому использование линейного инверторного компрессора собственного производства. От стандартных он разительно отличается своей конструкцией. В результате удаления ряда узлов и уменьшения точек трения удалось на 32% снизить его энергопотребление, а уровень шума в процессе работы не превышает 41 дБ. Кроме своей экономичности, он отличается и долговечностью. LG на него дает 10 лет гарантии. Специальные сенсоры постоянно контролируют температуру снаружи и внутри камер, подстраивая работу компрессора даже под минимальные ее изменения. Подводя итоги, я смело могу сказать, что это один из самых современных на сегодня холодильников. За его красивой внешностью скрывается целый ряд достоинств и передовых разработок. Внушительный объем позволяет хранить запасы продуктов для большой семьи или впрок, чтобы не тратить лишнее время на походы по магазинам. А обилие встроенных технологий позаботятся об их сохранности. Ставьте лайк, пишите в комментариях, хотели бы вы себе такой холодильник, и не забывайте про подписку. А также узнайте ответы на 5 вопросов при выборе холодильника и обзор флагманского Side by Side от LG. До скорого!